Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Следующая неделя – это последняя неделя перед Великим постом. Эта неделя называется «Сплошная седмица», «Сырная седмица» или «Масленица». В народе часто понимают Масленицу как время, когда можно гулять, пить, веселиться, жить распутно, чтобы потом можно было прийти в церковь и найти предлог, в чем покаяться. Но на самом деле это не так. Еще в XIX веке святитель Тихон Задонский писал о том, что народ неправильно понимает значение Масленицы. Эта неделя как раз неделя приготовления к Великому посту. Церковь, зная нашу человеческую природу, нас постепенно приготовляет к ответственным дням Святой Четыридесятницы. Действительно, если мы сразу войдем в Великий пост неподготовленными, то наша душа, она не способна к духовной жизни, к молитве, к предстоянию перед Богом в храме или дома. Поэтому как раз вот эта неделя, когда уже церковь нам предлагает отказаться от определенной пищи, то есть мяса, предлагает нам уже, призывает нас прийти в храм, где уже совершаются коленопреклоненные молитвы преподобного Ефрема Сирина. И таким образом, братья и сестры, мы должны понимать, что Масленица – это не время гуляний и празднеств, а Масленица – это как раз уже тот период, когда мы должны со всей ответственностью подойти к началу Великого Поста. Также на следующей неделе совершается память нашего русского святого, святого равноапостольного Николая Японского. Его память совершается как раз 16 февраля, после праздника Сретения Господня. И мы, конечно же, должны хоть немножко знать его историю, историю его жизни. Святой равноапостол Николай Японский родился в семье священнослужителя, диакона в Смоленской губернии. Рано он лишился матери, и отец, будучи диаконом, воспитывал троих детей. Когда Иоанн Касаткин, а это имя было дано святителю Николаю во время его крещения, достиг совершенного возраста, то он закончил духовное училище, затем отлично закончил Смоленскую духовную семинарию. Заканчивая Санкт-Петербургскую духовную академию, Иоанн Касаткин прочитал объявление о том, что нуждается священнослужитель, миссионер в русское консульство в Японии. Как раз в тот период, это была середина XIX века, налаживались дипломатические отношения между Российской империей и Японией. И сначала, как пишет в своих записках Иоанн, святитель Николай Японский, он даже не думал о том, что когда-то он будет служить в Японии. Но долго размышляя, молясь, он понял, что Господь хочет его призвать на это высокое миссионерское служение. Приняв монашеский постриг и священный сан, иеромонах Николай отправляется в Японию. Нелегким было его миссионерское служение. Как он сам пишет в своих записках, что сначала он думал, что Япония – это как спящая невеста, которая ждет своего жениха. Однако Япония враждебно относилась к иностранцам, и, прибыв на японскую землю, святитель Николай обнаружил, что японцы, особенно к христианам, относились недоброжелательно. Они в лице христиан видели людей, которые могли бы подорвать национальные, культурные и духовные ценности японского народа. Началось миссионерское служение с того, что святитель Николай начал изучать усердно японский язык. В течение 8 лет ежедневно по 10-14 часов он изучал японскую грамоту, японскую литературу, культуру и достиг на этом поприще высокого уровня. Японцы действительно видели в Николае Японском человека, высокоинтеллектуального и образованного человека, который в совершенстве знает национальные традиции, культуру, искусство, литературу. И спустя только много лет после таких вот тяжелых трудов миссионерского служения
святитель Николай увидел плоды после того, как один из его знакомых, который сначала враждебно относился к святителю Николаю, это был японский языческий жрец, который в совершенстве владел искусством фехтования на самурайских мечах, он принял все-таки христианство. И вот с обращением этого человека, которого в крещении святитель Николай назвал Павлом, по примеру апостола Павла, стало умножаться японское паство. И мы действительно видим, что труды святителя Николая не остались бесплодными. В Токио был построен большой собор. И сейчас японская православная церковь насчитывает около 300 тысяч православных христиан среди японцев. И люди, которые посещали японскую общину, видели, что японцы действительно являются примером для всех христиан. Они строго чтут нравы, посещают постоянно храм и с усердием исполняют церковные уставы. И, конечно, братья и сестры, это для нас пример, поскольку мы с вами, живя в христианской среде, часто бываем леностны, теплохладны к исполнению церковных уставов. А как раз японцы, живя в среде языческой, они являют действительно для нас образ истинного христианского благочестия. Накануне Великого Поста воскресный день называется днем прощенного воскресения. В этот день мы стараемся вечером прийти на вечернее богослужение, которое отличается особым своим высоким духовным настроением, уже покаянными песнопениями, и это все располагает к тому, чтобы мы попросили прощения друг у друга. За прошедший год, конечно же, накопились какие-то обиды между нами, конечно же, были какие-то моменты раздоров, ссоров, возможно, где-то мы проявляли невнимание, где-то, может, были недостаточны в любви по отношению к нашим родным, близким. Поэтому в этот день мы стараемся попросить прощения друг у друга. Дай Бог, братья и сестры, чтобы для нас это прощенное воскресенье не было формальным. Мы из года в год приходим в храм, просим прощения друг у друга, но сами, к сожалению, часто не меняемся. И, конечно же, качество нашей духовной жизни, нашего христианского благочестия зависит от качества отношений друг с другом. Если мы действительно будем проявлять внимательность, заботу, если мы не будем забывать друг о друге, молиться друг за друга, то вот это прощенное воскресенье, оно действительно принесет для нас духовные плоды и духовную пользу. Всем вам, братья и сестры, хочется пожелать накануне предстоящего Великого Поста крепости телесной и духовной, соответствующего настроения, чтобы для вас вот этот сложный, но в то же время радостный и светлый период Великого Поста прошел с пользой для души и тела. Аллилуйя!